Проект «Дальневосточный гектар» набирает обороты. Граждане России получили возможность зарегистрировать неосвоенный участок земли, не выходя из дома. С 1 февраля начался прием заявлений. Более 4000 земельных участков уже нашли своих потенциальных хозяев. Земельный участок на Дальнем Востоке предоставляется на 5 лет, по истечении которых его можно будет взять в аренду или получить бесплатно в собственность. Оформить заявку жители Чувашии могут двумя способами. Либо зарегистрироваться самостоятельно через сайт на Дальний Восток РФ, либо обратиться в кадастровую палату. Специалисты помогут написать заявление, сформировать пакет документов и укажут на карте схему расположения выбранного участка. Важно указать и цели освоения земли на Дальнем Востоке. Самые популярные варианты – это ведение сельского, лесного, охотничьего хозяйства, создание бизнеса. Словом, на участке может быть реализована любая деятельность, не запрещенная законом. Татьяна Филатова, Республика.